Добрый день, друзья. Сегодня, накануне Нового года, я вырвался на рыбалку. Кум рассекретил одно очень перспективное место, где ловятся килограммовые окуня и больше. Места здесь очень глухие. Я не знаю. Но в этом видео вы увидите окуней и по килограмму, и даже больше. Что, поехали потихоньку. Что-то есть, ребят. Охренеть. Вот это водит. Блин, палец порезан. Обалдеть. Что-то очень тяжелое. Еще леска тонкая. Вот-вот показалось. Блин, что это? Я думал, рыба, охренеть. Это что, чья-то заначка, что ли? Или там этот сидит, водолаз? Ё-моё. Охренеть, ребят, давайте еще раз закинем. Может, еще что-нибудь поймаем. Да, что-то какая-то нереальная рыбалка. Но это уже что-то не такое тяжелое. Будем надеяться, что это все-таки рыба. Обалдеть. О, ребят, обалдеть, вы смотрите, что там происходит вообще такое, непонятно. Вот это рыбалка, пацаны. Ребят, мне кажется, рыбалка сегодня удалась. Всех с наступающим Новым годом. На рыбалке много не пейте, только для согрева. И все будет нормалек, и рыба будет ловиться. До новых встреч!